Всем привет! Вы на канале Малита Настя. И сегодня у нас челлендж 100 за 10. Вы вместе должны сделать 100 фигурок за 10 минут. Открывайте наши наборы Play-Doh, капкейки и пицца. Доставайте формочки. Вот, я тоже. Ой, еще фиолетовая, бери. Спасибо. Так. Все достаточно? Да, нам нужны формочки. Угу. Открывайте пластилин Play-Doh. И каждый кусочек надо разделить на 25 маленьких кусочков. Прикол. Тогда мы точно будем знать, что вы сделаете 100 фигурок. Маленькие можно и побольше, потому что формочки у нас разные. Здесь фигурки маленькие, а здесь побольше. У Саши тоже здесь маленькие, здесь немножко побольше. Потом шарики будем делать уже на время. Шарики и фигурки. Ну, конечно, потому что это... Все, я сделала 25. Прикольно. Давай, Насте, помогай. Я сама сделаю. Давай дальше, Саш. Открывай. Так. Это мне? Да. Смотрите, вот такой цвет. Давай уже подальше сюда. Украина. У Насти получился вот такой желто-голубой флаг. Угу. Флаг Украины. Теперь из этих кусочков надо сделать шарики и фигурки. Угу. И успеть это все за 10 минут. Так, включаем секундомер. Приготовились? Да. Формочки можете брать любые. Вы в одной команде. Я эту. Сначала делаем шарики. Раз, два, три. Время пошло. Вот здесь? Где хочешь, там и ставь. Главное успеть. Конечно. Чтобы все быстро получилось. Давайте, давайте. Кто успеет? Наверное, я. Вы в одной команде. Мы вместе, Настя. Точно. Так, грибочки. Если кусочек поменьше, делай маленькую фигурку. Побольше, делай большую. Вот так ставлю. Давайте, давайте. Надо постараться, чтобы фигурка была аккуратная, чтобы было понятно, что это такое. Хорошо? Угу. Так, это пицца, да? Это сыр, кусочек сыра. Ну, точно. Так, теперь вот это кусочек. Не шутка. Звездочка и ракушка. Так что же мне сделать? Это... Давайте, давайте. Это у нас яичко. Ставь, ставь, давай, бегом. Бегом, бегом. Бегом, бегом, надо успеть, давайте. Я в вас верю. Точно, мы тоже, да? Угу. Вот. Так, кусочек маленький. Грибочек. Так, давайте, давайте, меняйте уже. Берите другие формочки. Настя, бери. Я тогда... Бегом, бегом, бегом. Так, маленький кусочек. Делай шарики, шарики делай. Заготовки, бегом. Опять, что ли? Вы так не успеете, надо скорее. Прижали, поставили, прижали, поставили, бегом. Мишутка сидит. Я клубничку буду
Нет, это рыбка. Спокойно. Я хочу, чтобы вы еще успели сделать пиццу из этих заготовочек. Ладно, сделаем пиццу из этих заготовочек. Давай, давай. Хочу. Шарики делай. Это хочу. Я сделала. Так, сначала сделаю сердечко. Прижала, поставила. Вот уже сердечко. Звездочку сделаю. Половина времени уже прошла. Так, надо все быстро сделать. Так, смотрю, что пицца точно мне не светит. Так. Неужели не успеете? Ребята, бегом! Делайте шарики. Настенька, давай, давай, шарики. Вот так. Ой. Вот так надо работать. Ничего, давай. Так, прикольно. Так, вот так. Давай. Фух. Боюсь, что мы не успеем. Надо поспешить. Давайте. Говори. Саша, Настя, поспешите, Саша, Настя. Видишь, как она за нас болеет? Собачка, Настя, это у тебя собачка? Угу, это сердечко, печенька, сердечко. У Сашки заготовки на пиццу. У меня заготовки. Морковочка. А у меня заготовки. Лук. Да, печать. Давай, Настя, давай, шарики делай. Фух, как это времени уже. Давайте, 7 минут уже прошло, 7 с половиной. Бегом. Я быстро поняла, сколько времени. Осталось 2 минутки. Две. Саша, ускоряйся, давай, надежда на тебя, Настя, давай. На меня тоже? Конечно, одна команда. Я думала, что вы справитесь налегке, еще и пицца получится. Ну, конечно, а мы вообще не успеем, наверное. Так, надо все быстро делать. Смотри, сколько еще шариков, давай, бегом. Ладно. Сделаем все быстро. Держи формочки. Ага, спасибо. Так. Саша, бери. Поменяй уже формочку. Давай. Это как пельменьки у вас, да? Да. Так, ребята, осталась 1 минута. Вот на меня. Бегом, Саша, давай. Мы, наверное, не успеем. Успеем. Давайте. Саша, Настя еще помогает. Давай. Точно, я помогаю Саше. Саша, бери, давай. Осталось 30 секунд. Интересно, мы успеем или нет? Настенька, бегом. Давайте, 10 секунд. Все. Успели! Yes! Yes! Молодцы! Почти секунда в секунду. Конечно, мы уже все сделали. Молодцы, успели. Фух, как устали. С заданием справились. Да. Но все-таки давайте сделаем пиццу. Давайте. Держите тесто на корж. А я буду с этого?
Смотрите, какие здесь ингредиенты, фигурки подходят для пиццы. Это что, сквуши? Да, сквуши. А дай мне пластилин немножко. Такой. Где у нас формочка для пиццы? Вот. Вот, держи. Так, мне тоже надо сделать кружочек. Делаете две пиццы? Да. Сквуши не так легко раскатывается. Раскатать, да? Да. Я смотрю, вам нужны все приборы, да? Да. Доставайте ножики, вилочки, что вам там надо? Мне надо еще порезать кружочек. Давай ты сделаешь сладкую пиццу с печеньками. Ладно. А Саша острую. Вот помидор, лук. Ты уже забрал лук? Да. Кусочки сыра. Что еще? Вот. Грибочек. Это я сделала. Молодец. Корж готов? Да. Ну давай. Вот печеньки, смотри. Сердечко, мишутки. Я с этой буду лопаточкой. Я беру вот это. Какая аппетитная пицца у Саши получается. А у меня сейчас. Сейчас посмотрим, давай делай. Так, мне надо это еще печенька. Нет, мне надо... Так, мне надо это сердечко. Все, я сделал. А у меня пока что нету. Сейчас. Острая пицца уже готова. Ждем десерта. И у меня пицца готова. Давай на тарелочку поставь. А как? Помоги мне, пожалуйста. У тебя есть лопаточка. Надо большую лопаточку. Придерживай ручками, давай. Ой, я не могу. Придерживай. Ой, ой, ой. Ничего, сейчас поправим. Опа. Сердечко. Моя пицца готова, новая пицца. Вот так ребята справились с заданием. Успели за 10 минут сделать 100 фигурок и приготовили пиццу. Угу. Острая пицца и сладкая на десерт. Конечно. Ребята, вам понравилось видео? Тогда ставь лайк и всем пока-пока. И подписывайтесь на Настин канал. Пока-пока. До новых встреч.